Казахстанские суды продолжают неприятно удивлять. На этот раз судебный нонсенс коснулся водителя «Газели» Максима Данилова, которого дорожный полицейский оштрафовал за неправильное использование видеорегистратора. Установка дополнительных предметов, которые ограничивают обзор с места... Мне ничего не ограничивает. Вы ошибаетесь. Мне не ограничивает. Я сейчас говорю, вы ошибаетесь. Ну как вы ошибаетесь? Спорное правонарушение, как и следовало ожидать, вскоре переросло в судебный процесс, который, разумеется, водитель стражем порядка проиграл. Убедительный, кажется, лишь в глазах одного судьи инспектор ссылался на пункт 7.3 правил дорожного движения Республики Казахстан. Объяснив водителю, значит, суть нарушения, то есть пункт правил 7.3, значит, это приложение, а именно перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автотранспортных средств, там четко и ясно написано, что значит на ветровом стекле, значит, в зоне видимости водителя, за исключением зеркала заднего вида и деталей стеклоочистителя, ничего быть не должно. Это четко и ясно прописано, поэтому с этим не поспоришь. Поэтому факт нарушения был, он налицо. Но не все в действительности было так, как повествовал полицейский. Со слов Максима Данилова, который, впрочем, судье дал лампочки, в протоколе значились несуществующие свидетели, а подписать бумагу ему и вовсе не позволили. Основной инспектор подошел, вменил мне правонарушение, что на лобовом стекле находится видеорегистратор. Соответственно, составил протокол, изъял госномерные знаки, без понятых, без свидетелей. Протокол внес каких-то свидетелей, которые не присутствовали при этом процессе. Более того, вернувшись, бросил мне документы в кабину, где вписал, что от подписи и от пояснений я отказался. Хотя я не отказывался от этого. Я считаю действия инспектора неправомерными. Получается, что полицейские при желании могут штрафовать автомобилистов за несанкционированное в кавычках использование навигаторов и видеорегистраторов. Этот инцидент поверг в шок многих водителей, которые считают, что сотрудники полиции специально добиваются запрета видеорегистраторов, чтобы скрывать собственные противоправные действия. Помеха для обзора – лишь нелепая причина. Видеорегистратор мне не мешает. Никакого обзора он не закрывает. Я считаю, что он нужен. Обзору он нисколько не мешает, потому что каждый водитель индивидуально устанавливает его на лобовое стекло, чтобы он не мешал обзору при движении. Знаете, я против, чтобы видеорегистраторы были запрещены или их нельзя ставить, так как он помогает мне в спорных ситуациях. Я установил регистратор в том месте, где он не мешает обзору. Мне приятно ездить, легко водить, он мне не мешает. Казахстан вновь оказался впереди планеты всей в учинении абсурдного произвола. Новость эта удивила в первую очередь мировую общественность, набрав тысячи комментариев в интернете. Благо, что его пока не полностью заблокировали в республике. Дело вовсе не в видеорегистраторе, а в том, что наши сотрудники, так же как и власти, всячески пытаются портить жизнь людям, придумывая абсурдные законы и придираясь к каждой мелочи. Тогда получается так, что полицейские должны штрафовать всех, у кого на лобовом стекле висит елочка, что ли? Это просто для полицейских отговорка, ведь видеорегистратор давно уже стал помехой в их работе. С коррупционерами, не желающими быть заснятыми на видеорегистратор, нужно бороться более активно, нежели просто снимать их на видео. Не сдавайтесь, люди! Продолжайте дальше сопротивляться! Устанавливайте видеорегистраторы! Боритесь! Использование видеорегистратора обошлось Максиму Данилову в 10 тысяч тенге. Такой размер штрафа установил суд. Неудивительно, если вскоре за использование записывающих устройств автомобилистов будут и вовсе сажать. Thank you.